Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» организовали для учеников школы номер 12 экскурсию на производственную базу МБУ «Городское хозяйство». В ней приняли участие учащиеся 10 классов. Ребята могли задать интересующих вопросы, познакомиться с машинами спецтехники, пообщаться с водителями МБУ. Главная цель экскурсии – рассказываем ребятам о том, что труд нужен любой, и работу можно найти и рядом с домом, было бы желание, рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова.